Вы, возможно, зашли и удивились, какого хрена здесь делает Counter-Strike Global Offensive. А я вам сейчас объясню. Мы в итоге с Тимуром записывали просто ночью видеоролики, а на следующий день вышло CS2. Вот такое вот совпадение, поэтому это последнее видео по CSGO картам, да и в принципе по CSGO. Следующие видосы будут только по CS2. Приятного просмотра. Ну, здорово, с вами как обычно Никита Блуд и Тимур. Всем привет. Сегодня мы играем в карту под названием Cope Jump. Тут опять какие-то головоломки, я предполагаю. Так, короче. Ага, закрыто. Значит, нужно нам туда. Я пытался уже допрыгать, и я нихера не допрыгнул. Что ж я могу вам сказать. Поэтому я могу предположить, что меня нужно туда подсадить. Так вот. Отсюда тоже пытался, нихуя не получилось у меня. Так что ладно, подсаживай меня. Поэтому, наверное, нас и кидают за разные стороны. Так, оп. Тут это не карта для двоих? Я не знаю. Но я рыгаю ножами. Интересно. Это рыболовные сети. Машина. Да хватит. Че? Нажимаешь на эту хрень, мои ножи падают из меня. О, нашел. Нет, ничего не нашел. Вот для чего это? Не открывается, да? Я нет, не понял. Я ни черта не понял. Тут нужно залезть как-то наверх. Это я точно понял. Но как? Ага, окей. У меня откуда сквозит двойной прыжок, блядь, работает, не? Не, ну так это хуйня дикая. Лютая хуйня. Вообще непонятно, как задействовать. Может быть и понятно, кстати. О, кстати, понятно. Ну-ка. А, кстати, я не тупой. Охуеть. Я умнич. Проходите. О, дигл. О, глок. А-а-а. Залазь, ёб твою мать. Куда? Я тебя открыл. Закрыто? Еще раз. А как так-то? Да, залазь, блядь, еще охуительно. Ну, какая-то кнопка есть. Нажал, блядь. А, стоп, это кнопка. Эта кнопка дала мне... Она дает мне глок. Это я нажал. Нажми еще раз. Че, она лочит? Нет. Во. Что за... Вот так вот. Блядь. Может, у тебя выстрелил в эту кнопку, я получил глок, он в ту кнопку выстрелил, тебя типа пустило сюда. Кстати, да, 100%. Я не знаю, это какой-то хлеб. Как по мне. Где? Где хлеб? Бред. Ох, еб хуя себе. Не знаю, я все понимаю. How you? Она нажалась. А дальше? С этого момента начинается мое самое любимое. Время было 10 утра, и выглянуло солнышко. И оно, короче, пересветило полностью мою вебку. И я теперь буду как... Тупо Black Man. Сори, что так. Заметил только уже ближе к концу видео, поэтому... На вебке иногда меня почти не будет видно. Сори. Хм. Нет, собственно, такого? Нет. Ну, кнопка так-то нажимается, реально. Но просто что она дает? А раунд-бустом можно запрыгнуть туда? Как думаешь? По-любому можно. Да, пробуем.
То ты прыгнешь? Ну, прыгай ты мне похуй, типа. Так, близко. Не, надо подальше отойти, сюда хотя бы. Только не вниз. Че, когда прыгать? Че, когда бежать? Ну, прыгай, побежим. Ну, прыгай, блядь. О! Это проходит с рамбустом. Ну, давай. И чё, там есть что-то, чтобы открыть? Оу, май. Да, а тут нужен был рамбуст, значит, карта для двоих только. Карта только для двоих. Здесь включен бонни-хоп, может, это еще с ним связано. Здесь бонни-хоп включен? Афигз. Не помню, здесь не включен. Нет, ты шизоид, он не включен здесь. Если включен, то очень хуёвый. Ладно. Давай меня подкинь вон туда. Ну, встань на углу где-нибудь здесь, вот туда. Так, вставай. Ну-ка. А, здесь не Danger Zone? Ну. А, не разродился? Лагинг. Тут как будто бы двойной прыжок, блядь. Окей, short moment. Окей, это у меня получилось. Окей. Серф я еще хоть как-то умею. Блять. А. Ага. Сюда мне, походу, не надо было. А, я сломал систему. Интересно. А, вот тут, походу, опять нужен ранбуст. Да, тут нужно опять ранбуст. У тебя сервер палёный не заходит. Он был запрещен доступ на этот сервер. Ты меня кикнул, блядь. Я ж перезапустил карту, блядь. Давай еще раз лобби. А, ну ты, тебе, наверное, не надо туда. Ты не попадешь. Так, ладненько, поехали. Бам. О, окей. Мостик. А дальше что? What the fuck, I dead? Аква меня тянет, не понял. А, тут паркур по камням? Серьезно? Че меня колбасит в разные стороны, не понимаю. Че, блядь, на Советский Союз запрыгнуть надо? Блядь, реально охуеть. Как будто бы я... А, то что тоже, блядь, дрифт этот ебучий. Почему до этого об этой воду не умирал? Что за фигня? В смысле, вода убивает? Так-то. До этого нет. Ну, у меня убивало. И как мне к тебе пройти? Ну никак, я не знаю, жди пока. Я не могу понять, могу ли я сюда сам запрыгнуть. Я просто пытаюсь понять. Молодец. Легенда. Чё я опять с рвом? Игрок совершал много самоубийств. О, я запрыгнул, кстати. Значит, я Беркут плей для своих чисто толян. Это моя фраза. Почему это толян вопрос? В Хабзе так называли. Где? В Хабзе. Не помню уже почему. Вспомнил. Я когда начал со стричься, был рофл, типа, парикмахер дядя Толик. А потом переросло в толян. И все, я толяном назвал. Толян. То я сначала не понял, я такой, когда первый раз твой видос смотрел, такой, как тебя, блядь, зовут? Я помню, ты в видосе говорил, типа... Там было что-то... А, я Саша Пен, я друг Валеры, он такой. А я Коля, друг Саша или кого? Или кто-то там... Я друг Коля, я так и не понял, это как тебя зовут. Опа, на скеле просёрфил. Это ладно. Как мне впустить Тимура? Вот в чём вопрос. Да, это очень интересный вопрос. Ну, о, ебать тут...
Только нельзя подобрать. Так. Сюда, да, прыгну? Нет, ты мне нужен по-любому здесь. Ага. Тебе нужен ранбуст? Ты прыгаешь сюда, прыгаешь сюда, прыгаешь сюда, потом делаешь типа вот так. Не боясь. Так, ну раз мы можем залезть, значит мы его ждем. Блин. У меня камера стала реально черной, поэтому, потому что меня свет хуярит, я не могу с ним ничего поделать, поэтому будете видеть меня блэкменом. Сори. Получается, да. Ничего с ним не могу поделать, хотя... О! Получилось. Все, значит, это было такое. Что, ты допрыгал так, до меня? Ты тут проходил? Как дальше, куда? Ой, как сложно было это пройти. Охуеть, ты не записал стрим, ну. Так, ну ты... Блядь. Ты что, долбоёб? Забыл, мы же за разные стороны. Так. Блядь. How many S-board is there in the death pit? Блядь, тут какой-то вопрос. S-board — это меч. Сколько мечей там? Посчитай. А, блядь, S-word. Ой, блядь, вот. Не пизди, как будто ты нахуй знал. Сворд меч, да? Я же майнкрафтер. Ой, сука, все, заткнись. Не беси меня лучше. 12 мечей. 12, значит. Надо, а знаешь, что это меч? 12. Что-то открылось. Ой. Ой, где я? О! Тебя тэпнуло? Да. Прощай. А, лестница паленая. А я нажал что-то. Блять, у меня все кнопки пропали, чё за хуйня? Короче, буква А, если что. Буква R. Тут А. У меня R. That's word. А мне нахуй что делать? Нихуя тут локация. Подожди, тут фейковая лестница? Эй, чё за наёб? Ага, тут какой-то недопаркур есть. Окей. Что с этим паркуром не так? А, я, в принципе, понял, как там можно залезть. Блядь, походу, через контрол прыгать надо. А, на фулл фейковая лестница, окей. А, похоже, здесь немножко другое место, с которого тоже можно залезть. Какая-то интересная, блядь, локация непонятная. Так, а могу ли я вот так сделать? И вот так. Окей. Ебать тут букв, я тебе скажу. A, B, C, D, E. А, U еще есть. Это, блядь, алфавит здесь английский. Я ебу. Нажми А. Нажал, чё? Сейчас, подожди. Она улетела. Да, я понимаю, что значит всё улетит. Может, надо по очереди нажимать? Тут есть Б, я нажимаю, Б не жмётся вообще никак. Да, Б не жмётся вообще. Ладно, я полез дальше. Тут ещё... О, какое-то. А что, блядь, с этой игрой не так? С этой картой. Так. У. Нажми еще раз А. Нажал. Я не понимаю, ну типа, я могу залезть на все эти буквы. Но что нажать первым? О! Появилась буква Е. А... А как? Где? О, нажал, Е пропало. А я нажму А. Интересно. А, Е. А, Е, Б. А что, как, что ты делаешь? Я на Е сейчас нажал. Ищи Б. Нажми на Б. А, A, B. Там же нет Б. Значит, нужно на С нажимать. Б есть. С нет. Б есть? Да. Давай одновременно нажмем.
Давай. Раз, два, три. Что-то нажимается хера. Нажми еще раз. Нажми еще нажимаю, раз. Нажимаю, вообще не нажимаю. Изначально я нажал, ну, подлети, ёб твою мать. Блядь. Я сейчас возражусь. Короче, вот тут была кнопка с буквой А. Угу. Я её нажал, вылезла Т. Ну, вот это вот, квадрат вылез. Угу. Потом я пошел, нажал Е. И у тебя Е появилось. Угу. По идее, нужно нажать Б. Чтобы появилось что-то еще. Так бы появилось. Бля, может нажать... Блядь, слышишь? Типа тут таргеты, они не... Написано, что типа таргет не подключен к таргету. Короче, одна кнопка не подключена к другой, и она не может сделать цепочку, потому что она не подключена никак. А ты можешь посмотреть, какой там финал будет? Что, посмотри эти двери, не? Тебя просто телепортируют в комнату, и там байзон, типа, ПВП. Это вот оранжевая хуйня? Да, оранжевая хуйня, это... Да, тут байзон. Тут байзон. Ну, давай да, здесь за финалем, сейчас. Карта хуйни, блин, она сломана. Я могу даже скриншот сделать. Ну, сделай. Я добавлю. Все кнопки, типа, нормально работают? А, вот, например, буква Б вообще не работает. Не знаю, если открывать букву Б, он еще, блядь, нарушит. В общем, спустя 40 минут лазания по этой дерьмокарте, Тимур залез. Куда залез? Хаммер из Дикей. Вот в эту вот хуйню залез. Посмотрел, чё к чему. И по итогу знающие скрины у вас на экране. Короче, кнопки не привязаны друг к другу. И из-за этого мы не можем открыть, скажем так, дверь финальную. Но по итогу мы попадем после открытия двери сюда. У нас тут должно быть смертельное ПВП. Вот. И вот такой финал должен был быть. Поэтому мы потратили на это видео 1.5 часа. Поставьте, плиз, Лукас. На канал подписывайтесь. Любите себя и своих близких. С вами был Никита Блуд и Тимур. Всем пока-пока. Пока. Чтоб я больше, блядь, играл вот эту вот хуйню. Не, ну эта карта чисто сломана.